понедельник на совещании с руководящим составом областного правительства обсудили итоги муниципальных выборов. Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации единого дня голосования в Подмосковье. На территории региона работало более 1500 участковых избирательных комиссий. В обеспечении безопасности были задействованы свыше 6000 сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. Итоговая явка составила 23,63%. Свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей. Прошли выборы в нашей стране, единый день голосования. Я прежде всего хотел бы своих коллег-губернаторов поздравить и с переизбранием, и те, кто впервые в ряде регионов баллотировался, тоже достойно прошли эту тяжелую избирательную кампанию и вышли победителями. Что касается Подмосковья, то вы знаете, что выборы прошли в 31 муниципальном образовании. У нас хорошая явка для именно этого уровня выборов. Все прошло открыто, прозрачно, без замечаний. Вчера в рамках ВКС работа нашей избирательной комиссии была оценена высоко. Хотел бы поблагодарить всех наблюдателей, жителей, которые пришли, отдали свои голоса, потратили время в этот прекрасный воскресный солнечный день, все-таки выполнили свой гражданский долг. Напомню, в Подмосковье в единый день голосования прошли выборы в 31 муниципальном образовании. За ходом выборов следили наблюдатели от кандидатов, политических партий, Общественной палаты Московской области, Регионального совета по правам человека, мониторинговой группы, Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, общественных организаций и СМИ. В ходе совещания также рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог и благоустройства.